Второй раз за последние три недели нижегородский «Локомотив» выступал в Лужниках. И в обеих встречах со «Спартаком», а теперь и с «Торпедо», оставил весьма неплохое впечатление. Поначалу атаки гостей выглядели весьма острыми, и в одной из них уже на 12-й минуте Дмитрию Везмикину, которому беспрепятственно позволили пробить торпедовские защитники, удалось открыть счет. Хозяева до перерыва вроде бы владели преимуществом, но скорости, а главное нестандартных ходов, в их действиях явно не доставало. И все же на перерыв соперники ушли при ничейном счете. На последних секундах первого тайма цели достиг удар Игоря Симшова. После перерыва команды заметно оживились, что в немалой степени, видимо, связано с ослаблением жары. Напомню, игра началась непривычно поздно, в 19:30, по окончании матча «Спартак-Динамо». В середине второго тайма хозяева вновь оказались в незавидном положении отыгрывающихся, когда второй мяч у гостей провел Петр Быстров. Но этот счет держался недолго, всего пару минут. Торпедовцы заработали право на угловой. И после серии единоборств с мячом оказался центральный защитник Вячеслав Даев, который не промахнулся, забив свой третий гол в сезоне. Торпедовцы могут претендовать на роль самой волевой команды чемпионата. Им в третий раз, сначала с «Крыльями Советов», потом с «Ротором», а теперь с «Локомотивом», удалось, проигрывая, вырвать победу. На 86-й минуте решающий мяч провел Евгений Дурнев, несколько лет назад выступавший за нижегородский клуб. 3-2. Торпедовцы по-прежнему на четвертом месте, но уже вплотную приблизились к столичным ЦСКА и «Локомотиву», пропустив при этом меньше всех и проиграв в первом круге лишь однажды.